и вручение благодарственных писем организаторам донорского движения на сцену приглашается главный врач Саратовского центра крови Аверьянов Евгений Геннадьевич. Добрый день, уважаемые доноры, гости. Приятно видеть здесь столько много людей, особенно доноров. Мы в очередной раз отмечаем этот день донора, в этом году второй раз. Но это традиция такая сложилась у нас с 2004 года, хотя в 2005 только году ВОЗ признал данный праздник всемирным. Почему? Да потому что донорам нужно говорить спасибо. И мы, пользуясь случаем, говорим донорам спасибо за их героические поступки, которые они осуществляют. Это не так уж легко, но так сложилось, что у донора есть своя гражданская ответственность, своя гражданская позиция, и поэтому они приходят на помощь, ну, почти каждый день. И хотелось бы поздравить доноров с их праздником и поблагодарить от имени пациентов, которому ваша кровь дала жизнь, вылечила, пожелать вам успехов и продолжать посещать нашу станцию для того, чтобы кровь у нас не закончилась. Пока она течет в вас, она должна быть и на станции. Спасибо.